Увы, но не для каждого человека Новый год – праздник, который нужно проводить дома, в кругу семьи. Пациенты Брестского хосписа встретят его здесь, в стенах паллиативной больницы. С 10 декабря мы уже начали прием пациентов. У нас лежало, находилось на излечении 14 человек. Вот сейчас немножко меньше, праздники, сейчас людей выписалось. Люди видят, что их помнят, они заботятся, что они не выпали из нашего общества, а находится рядом с нами. Чтобы хоть немного скрасить серые будни, в гости к ним вместе с председателем городского совета депутатов Николаем Красовским приехала директор рынка Лагуна Наталья Ильницкая. Забота и подарки в эти волшебные предновогодние дни пациентам хосписа необходимы больше, чем кому-либо другому. Обязательно нужно дарить людям тепло своих сердец. Обязательно нужно вселять в людей уверенность в завтрашнем дне. Надо делиться благополучием, счастьем. Городской совет депутатов не остался в стороне. Мы просили депутатов откликнуться тоже на эту акцию. И депутаты откликнулись. Новое ковровое покрытие для молитвенной комнаты, сладкие подарки больным. Конечно, вещи нужные, но гости скромничают и поясняют. Куда важнее просто проявить заботу. Директор Брестского рынка Лагуна Наталья Ильницкая проходится по коридорам и палатам больницы, от души поздравляя с наступающими праздниками, тщательно подбирая нужные слова. Перед очередной палатой вскользь признается. Еще немного и, кажется, выскочит сердце. Для бизнес-вумен благотворительность существует не только в рамках праздников. Мечтаем создать такой благотворительный фонд на фирмы. Мы начали сейчас строительство крытого рынка. И создать там, в этом здании, такой благотворительный фонд, где мы часть заработанных своих денег будем отдавать именно на благотворительность. Это моя мечта такая. Я думаю, она обязательно сбудется в новом году. Следующий адрес для посещения тоже обязательный. 82-му детскому саду Наталья Ильницкая помогает уже 10 лет. В преддверии нового 2019 года оставить без внимания самых маленьких брестчан и коллектив учреждения «Добрые волшебники», в роли которых выступили Николай Красовский и Наталья Ильницкая, просто не могли. Впрочем, как и всегда. Я очень рада, что мы уже на протяжении 10 лет сотрудничаем с Натальей Емельяновной. Лагуна рядышком. Любые проблемы, любые наши какие-то трудности мы решаем вместе. И на сегодняшний день вот наш красивый зал, ремонт мы сделали летом благодаря коллективу или благодаря Наталье Емельяновне, ее сотрудничеству с нами. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».